Майами, детка. Почему ты переехал из Нью-Йорка в Майами? Фраза. Почему мы переехали из Нью-Йорка? В Майами. Так, да, график. Мы уже в Майами. Ты будешь скучать, граф? График, не скучай. График. Не скучай, парень. Мы скоро приедем. Хорошо? Да, граф. Папа, так, буду скучать по тебе, компьютер, клавиатура, мышка, любимая мышка, хаппербист. Так, фейс, бум, папа играет, мама. Ко мне, да. Потом продолжим с видео. Да, мы продолжим. Так выглядит наш последний ужин в Нью-Йорке. Да. Да, не дома, домашний, да? Нам очень сильно повезло. Да. Спасибо. Да, это просто шикарно. Цели? Да. Что? Майами? Что? Да, поехали. Скоро будем в Майами. Поехали. Да, 5 утра. Бруклин. Скоро будет в Майами. Да, сейчас на Times Square, Fast Terminal. Это не просто интернет. 100%. Кто-то нас ждет, у нас вышли. Да, это очень круто. На улице, кстати, как не чувствуется холод? У нас какой-то стресс, мини-стресс. Еще пообщались с родителями Дани. Оттуда в Майами, ребят. Вау. Желайте нам удачи. Все, ребят, мы в пути. Время у нас уже 6 утра. Все. Покажем Bus Terminal. Так, ребята, мы в Times Square. Идем в Post Authority, Bus Terminal. На скейте, легче тут таскать все, сумка тяжелая. Ребята, вон я, вон Даня. Чемодан сын. Даня, Даня. Как? Холодно, капец. Почти 6 утра. Да, капец, мы в кофтах налегке. В Майами жарко, поэтому налегке. Вот. О, Лёша едет. Куда? В Майами, блин! Офигеть! Let's go! Мы на скейтах в Майами, да. Прямо с Times Square. Let's go! Да, ждём, да, ждём. Ну чё, Лёш, поехали? Блин, как холодно, какой вид. Полетаю. Вау, мы Times Square, ребята, на скейте. Кайф. Последние минуты в Нью-Йорке. Как бы не находиться на скейте. Да. Сейчас сделаем тут фоточку, затем видосик и на Bus Terminal. Ребята, как же без кофе? Беру 3 капучино больших, ребятам, они уже 7:30, через 15 минут у меня автобус 11, поэтому мне тут еще долго буду находиться, ребята уже сейчас поедут. Сейчас мы кофе отнесу и отправим в путь. Вот. Так, все, мы сейчас за ней поедем. Серёга, ты к нам попозже подъедешь. У нас автобус на 7:30, а здесь тебя на 11, да? Ну что, мы тебя встретим в Майами. Встретим. Да, в Майами. Да. Мы уже на машине поедем. Keep in touch, my friend. Call me anytime. С отправляем, ребят, первых. Я буду ждать свой автобус. Уже в 11 часов в Майами. Давайте, ребят, удачи. Давайте, решайте все дела в Майами. Обязательно. Давайте. Приезжаем в Нью-Йорк. Да. Все, поехали. Мы за ней первые выезжаем. И до потом нам поделимся. Моя очередь ехать. Время 10:08. Едем на автобус. Ну что, едем?
Это первая остановка, на посмотри, где мы находимся. Good morning, guys. Good morning. Так, здесь 95-й роуд у нас, Форест Парк. Интересно, это где находится? А возле Вашингтона прям. Вот мы из Нью-Йорка, отсюда. Уже тут. Отсюда. Класс, можно близко, кстати? Да. Так, класс. Блин, на улице холодно или мне кажется? Холодно, пара. По Биг Магу? Ай-яй-яй. Мы надо покушать. Да, надо начать перекусить. Мы планируем выпить кофе и кофе. Сторисы посмотрим. Кошки, сторисы выложим. Это все, это рай. Мы начинаем выпить Starbucks. Свечка, нам нужно быстро закончить. Что у нас тут? What's going on? Что за плаза такая интересная? Oh, my friend, в Майами там. Ну что, ребят, это мой первый стоп. Я не в Джерси сейчас. Вот, сейчас обратно в автобус. Спасают новых пассажиров. Путь в Майами, ребята уже далеко от меня. Вот, ну ничего. Что, мой второй стоп. Это на выезде из Филадельфии, я думаю. Вот, буду перекушу кофе, что-нибудь еще возьму себе. Хожу по делам. И все, и дальше пойдем. Вау, ребята, столько еды, кофе. Сейчас кофе себе возьму. Что-нибудь перекусить. Вау, смотрите, кафешка. Так, мы остановились в здании. Там здесь Каролина. Где? Норс Каролина. Лево. Встречи меня, да. Да, 100%. Вдвоем по всей Америке. Так, мы быстро бежим купить снэк, потому что там Кирилл кушает снэки, а мы нет. Так, ребят, я вышел из автобуса, у нас у меня пересадка, тут 1:45 я буду находиться, я дошел по терминалу где-то минуты 3 пешочком, дошел до заправки, тут офигенный магазин, можем перекусить, сейчас провел время, сколько мне уже вернуться обратно, это через 1.5 часа, а потом тут понахожусь, попью кофе, взял себе кофе, ребят, сейчас вам покажу, буррито взял, всякие все батончики протеинные, воду на дорогу, вот, так что отдыхаем. Ребята в пути, едут, спят, вот, а я еще тут... Отстаю от них, ну ничего. Ребята, судите строго, но я очень голодный. Взял себе буррито, кофе, фикс и такие кофейные штучки. Будем пробовать. Сейчас попьем кофе. Вышел на улице тепло. Вот, не то что в Нью-Йорке, холодно. Вот мое буррито, сейчас я перекушу. Буду отдыхать и пойду обратно на автобус. Вот, поехали. Так, что, одна остановочка у нас? Мы увидимся, даже на дороге не поедем. Где ты? Так, днём возьмём твой капчин. Да, пока наш автобус там не уехал. Быстро сейчас купим себе. Пропал багаж, Даня. И мой скейтборд. Фактап, да? Я не знаю, как они такие ответственные работники там работают, что не отвечают за багаж. It's okay, мы не расстраиваем. Но в Майами едем зачем? Новая жизнь. Да, за новую жизнь. Да. Не знаю, где мы, но тут уже есть пальмы, на улице тепло. Где мы? Уже скоро будем в Майами. Это... Флорида, да, да. Так, ну что, ребята, я в Флориде. Сейчас у нас 9 утра. Сюда приехал где-то 8:20. Я уже перекусил 2 яйца, взял еще все кофе, второй кап. Водички взял на дорогу. Все, скоро будем садиться, ехать дальше. Без. Капучин? Без. Кирилл приехал. Орландо, Флорида. Сейчас Кирилл будет выходить. Вот он идет, телефон смотрит. Ау, Кирилл! Кирилл! О, боже!
Я видел Кирилла. Где он? Так, мы встретили Кирилла, уже обосновались, ждем наш автобус. Все, мы все уже загораем. Мы встретились в Орландо, и вместе пойдем в Майами, это не знаю. Мы уже на Флориде. Кстати, это большой американский прикрыл продукты. Да? Ну, что это? Ну, вот, ну да, мы видим. Особенно такой. Это все, конечно, выглядит вкусно, но это не полезно и даже не особо вкусно. Так, дайте руки. Остановочка у нас, это уже у нас идет Мельбурн, вроде называется, если я ошибаюсь, где-то было название, но я не вижу. Вот Даня гуляет, вот Кирилл вышел, и вот так. Да, я такое впервые вижу. Пинат, это просто орехи и горячая воде. Фу-фу-фу. Ужас. Еще какой стаб. Тут я нашел себе друга. Привет, друг. Я бы тебя забрал. Хе-хе. Ну, ты покажи. Вафли покушай. Да, давай вафли перекусим. У нас здесь 20 минут, и вон там вафл хаус. Как он выглядит? Я первый раз такой вижу. Привет, вафли, Леша, вафля. Это то, что нам сейчас нужно. Офигенно. Это обещается квартиру, что еще важно. Так атмосферно здесь. Это реально американская сбегаловка. Такого в Нью-Йорке мы не видели еще. Вау. Так, Крем попробует вафли, Леша. Да. Давай. Ну как? Ну что, сейчас перекусим, обратно на автобус. Так, там нам делают три капучино. Вафли. Да, вкусно, а? Вкусно. И много что вообще. Впервые буду пробовать айспака. Так, мы где? Мы на Palm Beach, да? It's time, guys. Окей. Следующий стап будет Флорида. Чем? Майами? Оу. Что такое? Easy training. Ого. Что такое? Он огромный, да? Это Майами. Наша остановка Лаутердейл. Почти доехали до Майами. Почти. Скоро будет. Кирилл, как
все, приехали в Майами. 38 часов на раунде. Да, мы с тобой решили в погоде, нет? Все окей. Документация Алексея Игусева. Короче, зашли во второй отель, он очень красивый, презентабельный. Мне кажется, мы туда селимся. Вот, сейчас 11:30 вечера, отдыхаем. Это отель в стиле Доминикана? Да. Кирилл, в скольких отелях ты был в Доминикане? В двух. На Майами сняли отель за одну ночь. Потому что мы пили квартиру посредственно там, на завтра все перенесли. Да, все пришлось перенести. Красота! Мы думали, Даня на полу будет там. Шутка. Какой вид? Да, там можно вот квартиру только что смотрели. Прям возле пляжа. Здесь можно бегать по утрам на пляже, заниматься. Вау, просто кайфовать здесь можно, если здесь жить рядом. Какой классный район. Можно вот по утрам бегать, заниматься, пляж, вид, красиво все. Но далеко от города, далеко от магазинов. Поэтому будем дальше смотреть, искать. Было красиво. Что светилось? Это есть. Будем делами заниматься. Да, интересно. Вы здесь пытаетесь кататься на досках. Реалити Майами. Здесь очень жарко. Передвигаться пешком вообще невозможно. Да, поехали. Ну что, блин, что? Гуляем по Майами. Снова у нас обед. Ломаем наш фас. Это будет дофига протеин, салаты. Вот. Ну, пока сойдет. Очень вкусно. Первое время, да. Пока квартиры не будет. Квартиру ищем, да. Работу ищем. Так, где-то мы в Майами. Пойдем в отель за вещами. Guys. Что, ребят? Ну, что делаем? За вещами, кто будет заселяться в квартиру? Да. Нет, здание Крикрас. Next location. Так, приехали наш первый шопинг. Это что у нас? Walmart, да? Только что сняли нашу квартиру в Майами, возле океана, гайд. Гайд. Мы уже успели загореть, что ли? Да, загорели немножко, блин. Тянуть руки. Видно, наверное. Walmart. Сейчас будем здесь закупаться. Наконец-то мы зашли за продуктами. Да. Хоть можно поесть. Да. Зеленый. Блин, наконец-то поедим сегодня. Да. Приготовим себе. Так, скупили с продуктами. Где-то на неделю. Вышло у нас на $200. Так, наш первое приготовление еды здесь. Спасибо.
Да, вкусно. По-королевски. По-царски, да? Так, Дань, давай мы у тебя спросим, наверное, а почему ты переехал из Нью-Йорка в Майами? Давайте я спрошу, конечно. Да, давай, Кирилл. Да. Почему, наверное, ты переехал, так скажем, с нами из Нью-Йорка в Майами? Ну, потому что вы мои друзья, вы выиграли челлендж, вы best challenge от Твисхеди, то есть скоро с ним встретитесь. Да. Ну, я подумал, что я буду делать один в Нью-Йорке, и такой, поеду с вами, новые цели, новый город, надо все пробовать. Мы, да. Как бы сказать, я пошел за вами, одним словом. Да, и мы решились, я решил. Получается, очень хороший опыт в различных ресторанах, так скажем. Да, да, я нашел работу, которая у нас будет скоро вок. Мы думаем заснять, где мы сейчас работаем, в Майами. Это скоро выйдет. Да, обязательно, на нашем канале. И как, тебе нравится Майами? Да, спокойно, тихий город, очень тепло. Как сказать, сейчас февраль, но мы купаемся. Прекрасный город, тихий. Рекомендую переехать сюда, ребята. Ну, да. Я еще здесь только пожил. Не жалею, что я ехал в Нью-Йорк сюда. Нет. Ну, то, что родные, но это it's okay. Пробуй что-то новое, да. Смотри. Надо, надо выходить из этой зоны комфорта и менять атмосферу. А вы, а как вы решились? Ну, я за вами. Да. Давайте. Так, как вы? Так. Какой вопрос, Зай? Почему мы переехали из Нью-Йорка? В Майами так резко, вот прям сорвались. Ну, так получилось, что мы ходили в спортзал, занимались. Да, скажем, уже около полугода, нам все нравилось, но потом мы увидели, так сказать, достаточно, мы следили за одним человеком, его зовут Крис Херри, и у него вышел челлендж. Это американец, который занимается различными занятиями в сфере calisthenics, это турники, вот это все дела. Для нас это было что-то новое, новая сфера, мы решили попробовать, 25 дней, у нас все это есть на YouTube-канале, с первого дня по 25-й, можете посмотреть, если вам интересно. Наша трансформация, и мы ее выиграли, и нас пригласили в Майами, Крис Херри, и мы решили поехать, и Даня вот как раз и поехал с нами. Да. И нам пришлось, конечно же, бросить работу в Нью-Йорке, там остались наши родные, вот наша собака, граф. Но, думаю, это того стоит, да, граф. Вот. Мы сюда приехали заранее, да, до того момента, когда нас позвали, так скажем, Крис позвал с ним заниматься. Да. Вот, но мы смотрим, вот. Да, мы решили остаться в Майами. Мы приехали вот как раз не к Крис Херри, а мы решили конкретно сюда приехать и попробовать одного. Да, приехать здесь жить. Да. У нас мыслях не было, чтобы сюда переехать, вот так просто жить. Мы думали, едем на неделю. Просто неделю, да, в Майами. А сейчас решились, надо здесь оставаться, надо что-то пробовать новое. Почему нет? Да. Сняли квартиру. Нашли работу. Да. Мы нашли работу. Да, мы сняли квартиру здесь, мы все нашли работу. Но мы пока не будем говорить, где мы работаем. Да. Это будет special walk, ребята. Конечно. Это очень интересно. Это вот в отдельном влоге. Вот. Да. А если вам интересно узнать, как искать работу в других штатах, мы можем показать вам, наверное, 5 способов. Даня, мне кажется, вам сделает очень хороший гид в отдельном видео. Пять способов найти работу в любом штате, мне кажется. Да, в Америке. Да, сейчас в Америке. Сгоняем в Нью-Йорк, узнаем, как там работать. Да. Вот. Поэтому все-таки, так скажем, мы просто бросаем себе вызовы, челленджи. Мы сюда приехали втроем, никаких родителей, взрослых. Входим в зону комфорта, да, скажем. Да, молодые. Пока мне 17, пока нам по 20. Видите, как все получается. Ну что, ребят, надо просто действовать, действуйте, идите за своими целями. Да. И помните, если не вы, то никто не поменяет вашу жизнь. Поднимайтесь и работайте. Да. От вас зависит ваш успех, ребята. Да. Так что давайте. Надеюсь, мы вас чем-то вдохновим. Да, давайте, вот, будет много контента с Майами, будет вообще контент по всей Америке. Да. Здесь, чтобы изменить мир. И оставить комментарий, если что-то хотите новое увидеть, узнать. Да. И подписывайтесь на наш инстаграм-страничку, они будут в описании. Там очень много хорошего контента. Bye.